Добрый день, зрители, подписчики. Сегодня я буду переделывать свой резак для пенопласта. Дело в том, что он сделан из выжигателя по дереву, а выжигатель по дереву рассчитан на 20 ватт. Я не знаю, в чем дело. Может быть, регулятор сел, может быть, катушка. Вообще, они могут сесть, я как бы в этом мало понимаю. Но теперь он не справляется со своей функцией, и я решил его переделать. Так как режущая поверхность, то есть нехромовая нить, теперь для нормальной работы резака имеет всего лишь 5-6 сантиметров из-за слабого напряжения выжигателя, что, естественно, неудобно, я решил изменить конструкцию резака для пенопласта. В свою очередь, выжигатель я оставлю работать с родной ручкой для выжигания, то есть буду вырезать окна, равнять какие-то поверхности. На это он еще способен. Здесь большого напряжения не нужно. Итак, начнем с того, что я приобрел на Алиэкспрессе регулируемый блок питания от 3 до 24 вольт на 2 ампера. То есть это от 6 до 48 ватт. Это в два раза больше, чем мой выжигатель. Также блок питания имеет штекер 5,5 внешний диаметр и 2,5 внутренний. Специально для него я приобрел гнездо. Его я и буду впаивать в свой резак для пенопласта. Итак, нужно разобрать резак. Сначала я сниму вилку. Теперь нужно отсоединить нехромовую нить. Сначала снизу, потом сверху. Откусываю верхний провод и зачищаю. Зачищенный провод накручиваю на шайбу. Шайбу буду ставить сверху. Укорочу пружину. Такая длинная пружина мне уже не нужна. А уже к ней буду прикручивать нехромовую нить. Но прежде чем поставить нехромовую нить, я припаяю провода к гнезду. Паяльщик из меня никакой, так что строго не судите. И осталось поставить нехромовую нить. Нить я использую от старых нагревательных приборов. Они до сих пор еще продаются. Это для утюгов, для электрических плиток. Единственное, что я ее выпрямляю и ставлю ее на резак для пенопласта. Итак, все готово. Теперь проверка. Останется только заизолировать гнездо для штекера. Мне понравилось, меня все устраивает. Так, делаем вывод. Блок питания от 3 до 24 вольт на 2 ампера, нехромовая нить и деревянный станок из фанеры. И можно сделать самому резак для пенопласта. Всем удачи, всех благ, главное здоровье. Берегите себя.